Многие скажут, этот год был для нас переломным. Но вы же всегда так говорите. По-моему, хватит твердить напролом всем о том, что вы ждете от года чудес. Я не буду желать вам здесь денег. И любовь вы найдете и так, без меня. Я же в силах своих вам напомнить лишь в целом. Перестаньте ждать 31 декабря. Придавая такое значение этому дню, вы рискуете все потерять. Вот представьте себе, вы живете и ждете, и надеетесь на перемены. Вдруг вы смотрите, 1 января, и я начну жизнь с нуля. Но, как говорится, не прокатило. И что теперь? Да теперь я на все забила. Подожду еще годик, и наступит 31 декабря, и я начну жизнь с нуля. А теперь о серьезном. Давайте пообещаем, в этом новом году мы все поменяем. Будем жить здесь и сейчас. И ценить каждый прожитый час.